И всем привет, с вами Вортик. Сегодня мы продолжаем играть в Скибиди Осаду. И сегодня я разблокировал нового персонажа. И он метается вантузами. Да, ё-моё, грёбаными вантузами. Ладно, давайте же его попробуем протестить. Потому что мне уже реально страшно смотреть на этого вантуза. Гипервантуз, да. Мы спавнимся здесь. Переходим вот сюда. Так, у нас вот это все разблокировано. Это тут. И вот эта вот штучка. Так, это что такое? Он может что-то делать? Так, ну, бэхопить на нем можно. Окей. Нифига себе я быстрый. Ого, тихо. Ого, так давайте же все-таки запустим Endless Hard Mod. Я хочу себя испытать. Там гиперван. Так, так, это что у нас там? Ну, в принципе, самое нормальное это вот эти. Ну, самые такие идут. А ну-ка слить. Оля. Так, у меня уже 5 поинтов. Ого, смотрите. Ну-ка, как лазить под стенам? Он же может по факту лазить. Эй, давай, иди сюда. О, вот это я разбил ему, конечно. Так, тихо, подождите. Опа, туалетик огромный. Ух ты, ё-моё, это что такое? Здрасте. Офигеть, он мочит. Кстати, он так неплохо уничтожает. Ой, чуть переборщил. Если от первого лица попробовать. О, ГТК-47. Мне надо еще потерпеть. Так, где же наши враги? О, тихо. Дропчик. Так он восстанавливается, нифига себе. ХПшки вроде восстанавливает. Да, он восстанавливает ХПшки. Так, или это на F. Так, и теперь мне надо, знаете, что взять? Надо взять, что это? Покупаем, наверное, это. Воу. А что я не купил? А, мне, конечно, недостаточно. Ой. Давай. Ну что там? Давай, иди сюда, братишка. Где ты? Я на F вообще восстанавливаюсь. Вообще идеально. Ну, где мои там сладенькие туалетики? Нифига себе. Изи, просто изи, изи, просто изи, ребят, просто изи. Просто, ребят, это просто в соло. Ну что ж, давай, посражаемся. Куда я улетел? Его надо смыть к чертям. Ты где? Ну все, нет. Тихо. Нет, фигушки. Да смойся ты уже. Суруалеты. Так, сейчас армейцы. Здорово. Думаете, я с вами не справлюсь? А, вот это уже глобальная ошибка. Так, как с вот этим справиться? Ладно, погнали. Тихо. Да ё-моё, меня опять метает. Давай, тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Нет! Нифига себе. Ока, 47, найс. Вот это мы сейчас, конечно, тут рубиловочку устроим. Во, куда стреляешь, братанчик? Тихо. Вот это я кольт мет. Грабануть меня решил? Или что ты там делаешь? Вот так. Вот так. Ауч. Так.
Так, вот это выбираем. Давайте мне вантус. Опа! Погнали. Нифига себе. Как смыть? Смыть к чертям! Мне не удается это сделать. Что-то. Так, окей. Угу. Но очень пока что интересно. Так, ребят, следующая серия, если набирает эта серия 20 лайков, разблокируют этого апгрейдит ниндзя камера. И как бы он у меня будет, да. 100 лайков вообще сюда доначу, так что давайте вам решать. Так, угу. Ну все-таки давайте возьмем вот этого. Погнали. И теперь надо какой-то супер-супер съеджемор... Так, вот я просто хочу... Хотя нет. Не-не-не. Погнали. Все. Идеально. Так. Оп, обманулочка. Опа, файтинг. Восстановить здоровье. Здоровье восстанавливаю. Куда кобыла бьешь? Воу! Ты чего? О, тихо. Так, опан. Воу! Ты че? Титаним Клоус. Откис. Почти. Я не успел заюзать это. Репейр. Да ну! Но это пока что для меня слишком сложно. Так, идем сюда. Так, вот это. Банали Сиеджи мод. А нет, давайте просто Windows мод. Вот так вот. И оп, погнали. Так. Кэш. Угу. Оу. Где мои туалетики? Сейчас я кое-кому буду лица разбивать. Чувствую. Не чувствую, а чую, так скажем. Так. Поехали. Тихо, стой. Вот это флеш! Ребята, это что еще такое за черт? Оу, шкуфодропа летит, подождите. Не надо. Да ё-моё. Оп, раз, два, три. Ага, тут последний был. Так, и оп. О, сворд. Ага, вот это у меня, конечно, тут. Это что вообще? Нейлган. Ого. Сколько он дамажит. О! Это хорошо, кстати. О, это очень хорошо. Это очень хорошая пушка! Это офигеть, какая хорошая пушка! Опа! А все, а что такое? Сейчас мы тут вас покосим. Где? Давай дроп. О! На-на-на-на-на-на-на. Стреляем на опережение. И поехали. О! Ассасин. Оп! Оп! Погнали. Оп. Так, и там сейчас кибиди туалет, да? Ага, агрится, а поймать не может. Оу! А, Гиант Клоузет, смотрите, просто, ребят, сливаем. Просто какого-то чела на изи. Просто, ребят, изи. Не чувствую. Вот он дроп, кстати. Может, я все-таки умру? Ладно, спасибо.
Я, конечно, извиняюсь. Но почему я не спавнюсь? Ладно, ребят, давайте на такой ноте закончим этот выпуск. Этот выпуск уже и так получился таким долговатеньким. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если больше хотите скибидиосады. И с вами был Орликс, и всем пока.